Вже цієї неділі, 9 грудня, дніпряни зможуть долучитися до благодійної акції «Квіткова барахолка. Райський сад». Усі гроші від продажу квітів підуть на доброчинність. Що таке квіткова барахолка та як допомогти, говоримо із гостею нашої студії Дар'я Шевченко, керівниця біржі благодійності «Доброді». Доброго вечора, вітаю вас. Я знаю, що вже вдруге відбувається квіткова барахолка. Що це за захід, навіщо ви його проводите? Здравствуйте. Уже второй год мы проводим цветочную барахолку «Райский сад». В прошлом году нам удалось собрать 200 тысяч гривен. Наши голландские партнеры, друзья присылают нам бесплатно абсолютно растения. Очень редкие попадаются орхидеи, разные домашние цветы, уличные цветы, вот, и мы все их продаем. В этом году мы повысили, скажем так, нашу цель, нам нужно собрать 300 тысяч гривен. То есть это обычный квитковый ярмарок, у вас есть продукция квитковая, вы ее будете реализовать. Да, все правильно. Мы по адресу площадь Троицкая, 2, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря с 12 до 8, будет проходить цветочная ярмарка. Вот, и все желающие могут прийти и выбрать что-то себе. Так. А скажите мне, будь ласка, как вам удалось вмовить ваших голландских партнеров надать вам эту продукцию? На самом деле уговаривать не пришлось. Безкоштовно, так. Да, это их выставочные экспонаты, которые они предоставляют для цветочников со всего мира, которые приезжают в Голландию. И в прошлом году мы просто отправили им письмо, ну, то есть с предложением. И они согласились. Да. В этом году мы сделали то же самое, мы отправили письмо перед этой ярмаркой, и они снова согласились. Вот, и мы подумали, почему бы не воспользоваться такой возможностью. И действительно, в прошлом году был замечательный отклик. Но в прошлом году это был один день, воскресенье. В этом году мы решили сделать сразу два дня подряд. Угу. Вот, суббота и воскресенье. Так, і тепер давайте навіщо це проходить, розповідаєте. Наскільки я знаю, це благодійна акція. Да. Чому, да, кому, виручені... що будете збирати і навіщо? Виручені гроші підуть на сразу два проєкти. В прошлом году це був один проєкт, в цьому году це буде сразу два проєкти. Перший проєкт – це дитячий приют для дітей-сирот в Апостолово. Їм потрібно обустроить медицинский кабинет, так как он не обновлялся с 1997 года. Він там є, але застарілий. Он там есть, но он там очень устаревший, то есть там нету ни холодильника там для лекарств, например, ни каких-то важных манипуляционных аппаратов. То есть там он полностью практически не рабочий. То есть если у ребенка что-то с ним случится, то в основном они вызывают скорую, да, и от Апостолова до Днепра в среднем это 4 часа ехать. То есть можно представить. А да, швидки это... приезжают из Днепра? Ну, они как бы, если какая-то серьезная болезнь, ну, как бы серьезный случай, то нужно как бы везти ребенка в Днепр. У них нету возможности изначально диагностировать и оказать первую помощь на месте. Да, про какие-то подобные выпадки вам известны? Были какие-то там такие выпадки? Про какие-то конкретные, наверное, не очень корректно рассказывать, но как бы они были. Проблема есть. Да, проблема такая есть. И второй проект у нас, то есть обустроить полностью весь медицинский кабинет стоит 150 тысяч гривен. Это сделать какую-то реконструкцию и обладание. Это сделать реконструкцию, да, и закупить оборудование. И второй проект – это Павлоградская детская городская больница и отделение реанимации, туда нужен аппарат вентиляции легких. Вот, его тоже там нет, так как Павлоград – это тоже, в принципе, такой немаленький город, да, и туда все близлежащие села туда везут детей. Вот, и то есть реально десятки детей нуждаются в этом там, ежедневно. Так. Вот, а этого аппарата там, к сожалению, нет. Угу. То есть... Це до вас звернулися, чи ви, да, це, да, ваша ініціатива? Звернулися. Це к нам обратились. По допомогу, да, так? Угу. І скільки коштує? Тоже 150 тисяч. Також 150. Да. І потрібно 300 тисяч гривень, і ви будете намагатися зібрати їх протягом цього заходу. Да. Як ви вважаєте, це можливо? Конечно, возможно. Если в прошлый раз за один день мы собрали 200 тысяч, то и у нас как бы оставались растения, и мы еще дораспродавали их на следующий день. Там, ну, вот, то в этом году два дня у нас будет, может, кто-то там на день, может, в субботу там придет воскресенье или наоборот. Вот, и если будут останутся какие-то остатки, то мы их будем дораспродавать еще. Что казали відвідувачі минулорічного заходу про мету
про благодійність? Не погоджувалися, чи вони не знали? Що казали? Як відгукалися? Ну, практично всі, хто приходив, звісно, знали, що це ради благотворительності. Тобто ми ізначально позиціонуємо, що кожен куплений цвіток, він просто якби превращається в маленький шаг, який приближає, допустим, нашу ціль к реалізації. Тобто це... Ну, как бы помощь детям, действительно, ну, то есть у нас есть отчеты, мы всегда отчитываемся. В прошлом году мы помогали Днепропетровскому интернату для мальчиков, мы помогали, покупали стоматологическое кресло. То есть оно и там было... же есть оно сегодня, оно и оно уже працює. Там до сих пор, конечно, можно поехать туда и проверить. То есть оно есть там, и это как бы, ну, оно там стоит. Наша политика – это отчетность. То есть мы провели благотворительную барахолку, это, конечно, здорово, круто, что мы собрали. Но потом также не меньше резонанс мы делаем от того, как мы это дарим, в общем-то, как нашу цель мы реализовали. И поэтому люди знают, что у нас настолько чистая прозрачная репутация, что как бы они приходят, и они знают, что это правда пойдет туда, куда. А де, можливо, почитати чи дізнатися про відгуки? Ну, люди прийшли, вони не знають, хто ви такі, можливо, там не довірятимуть. Де можна про вас дізнатися? На нашому сайті 248.dp.ua в розділі новості, якщо пролистати, допустим, на новості годовалої давності, то можна, звісно ж, знайти отчет і всі там... Біржа Добродій, так? Да, біржа благотворительності Добродій можна вести в Фейсбуці, в Гуглі, і там видаду всі ссылки. А скажіть мені, будь ласка, про ціни на цьому продажі. Вони будуть звичайні, такі, як зараз в магазинах, чи вони будуть нижчими? Це вигідно для людей? Вони будуть немножко ніже. Так. Вони будуть немножко ніже, но не там за бесплатно. Це не розпродаж. Да, потому что у нас ми сразу же объясняем, что это не розпродажа, это барахолка, это ярмарка, и все идет ради там благой цели, да, например. То есть у нас нет выгоды на этом заработать, это как бы даже не обсуждается. То есть у нас изначально такая политика. Вот, то есть цены будут приемлемы, да, они будут ниже магазинных, но они будут не копеечные, конечно же. А чому саме квіти продаєте? Тому що так склалося і є партнер, або це така мета була квіти? Ну, цвіти саме квіти, це прекрасно, це життя, це продовження життя, да, це щось, цвіти завжди асоціюються з чимось новим, да, з початком життя, то есть це радість, це прекрасно. То есть мне кажется, что цветок это все, то есть есть цветы, которые не нуждаются в особом уходе, но это всегда будет радовать. То есть человек это может поставить там дома, на работе, подарить кому-то. И он будет знать, что вот это символ того, что я помог, и этот символ не его можно увидеть, можно посмотреть, как оно развивается. Ну, это как бы такое больше еще философское, знаете, какое-то значение в этом. Я ще хочу спитати про якість цих рослин. Вони доброї якості. Чи є у вас відгуки тих людей, наприклад, які минулого року купили у вас квіти? Як вони там почуваються? Були деякі цвіти, які чуть-чуть подмерзли. Правда, такие были, но у нас есть флористы, которые как бы помогают нам, скажем так, в доставке этих цветов, и они их, конечно, то есть у нас не было мертвых растений абсолютно, то есть они были, может, немножко подвявшие, правда, ну, подмерзшие, но в этом году мы уже знаем, что надо делать, чтобы они такими не были, то есть все цветы, ну, приходят в абсолютно прекрасном состоянии, то есть люди же их видят, выбирают, люди, которые разбираются в цветах, они видят какие-то там, да, где подвявшие, где нет, у нас не было таких, то есть орхидеи были чуть-чуть, да, подмерзшие, но мы их быстро реанимировали, и они вот там у нас до сих пор даже на работе у нас стоят. Ось ви, можливо, не знаєте, наші журналісти мають дуже багато схвальних відгуків від тих, хто ці рослини придбали минулого року. Кажуть, що все добре, все, да, квітне, все росте і все окей. Так, давайте тоді ще раз, куди, коли і для чого можна прийти. Ще раз про місце, до речі, місце там, де це ще раз буде відбуватися? Це площа Троїцька, 2, банк Конкорд, перший етаж. Це у будівлі банку? Да, це прям вход, головний вход банка. Весь перший етаж банк нам предоставил, скажем так, для реалізації. Також вільно, безоплатно? Безплатно. Оренду з вас не беруть? Нет. Так, приміщення там велике? Большое, весь перший етаж в нашому розпорядженні, він весь превратиться в сад. Весь будет уставлен растениями. Вот, 8 и 9 декабря с 12 до 8. Цими выходными? В эти выходные. Да, ждем всех. А вхід вільний, ніяких квитків? Вход свободний, бесплатний, приходіть з хорошим настроєнням. Кількість рослин, які можна придбати, не обмежена? У нас буде около 4 тисяч горшків. Ну, то есть разных растений, но около 4 тисяч... Ще раз назвіть, які здебільшого рослини, крім орхідеї? Я вже почула. Орхідеї, бонзаї,
всякие зеленушки красивые. Я просто, к сожалению, не флорист, к огромному моему. Но будут люди, которые будут понимать и на месте будут рассказывать, что, как ухаживать, например. Потому что у нас тоже вот с этим мы работаем над нашими ошибками. В прошлом году у нас не было флористов, которые там рассказывали, что это за растение, как за ним ухаживать. В этом году все будет, все будет хорошо. Так что люди еще могут получить консультацию. Зрозуміло. Ну що, дякую. Дякую вам за візит до студії і нехай ваша мета буде досягнута. Спасибо большое. Дякую.